Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. Сегодня хочу сделать для вас видеообзор нашего нового чайника от компании Redmond Crystal Series. Извините, если неправильно произношу. Вот. Это вот такой вот стеклянный чайник. Объем у него 1,7 литра, 220 ватт. Вот. Вот его модель. Такая. Подпишу внизу тоже все характеристики, название, модель. Так, здесь у нас внутри были такие вот брошюрки, рекламки. Так. Гарантийный талон. Гарантия 12 месяцев на этот чайник. Покупали мы его в магазине «Окей» в Ростове-на-Дону. Вот. Ну, здесь все характеристики, описание. Цена у этого чайника была акционная 1190, а без акции он стоил где-то около 2500. Вот обычная его цена. Сейчас я его открою и подробно вам покажу. Коробочку берем. Так, вот такой вот красивый стильный чайник со стеклом. Не очень тяжелый такой, средненький. Вот. Сейчас я здесь раскручу. Такой вот шнур. Нормальной длины, не короткий, не сильно длинный. Не люблю, если честно, сильно длинные шнуры на чайниках. У нас розетка рядом, прямо над столом, поэтому длинный шнур нам не нужен. Сейчас я его наберу, поставлю греться, засеку время и скажу вам, за какое время он у нас закипит. Здесь вот так вот открывается крышка. Здесь такой фильтр. Внутри бумажечка. Такой вот 1,7 литра. Сейчас я его наберу до максимума и поставлю греться. Так, набрала я до максимума. Закрываем и включаем. Он горит вот такой голубой подсветкой. Красивенький такой. В темноте вообще, наверное, будет красиво смотреться. А теперь засекаю я время и посмотрим, за сколько он закипит. Вот уже пошли пузырьки у него. Вода начала греться. Прошла ровно 1 минута, вода вот уже практически начинает закипать, уже такая горяченькая. Не сильно шумный чайник, вот. Шумит, но не так уж прям сильно, как наш старый. Так что ждем дальше. Так, прошло у нас уже 3 минуты 15 секунд. Вот-вот уже думаю, что он закипит у нас. Подождем немножко. Довольно-таки быстро, мне кажется, закипает. Это при учете того, что он наполнен до максимума. 1,7 литра. 3,5 минуты прошло. Он уже практически закипел. Красивый, конечно, мне нравится дизайн, подсветка эта голубая. Я давно мечтала о таком чайнике. Вот наш чайничек и кипит. Сейчас отключится уже. Четыре с половиной минуты, ровно, секунда в секунду.
Вот такой вот у нас чайник. Пишите свои комментарии, понравился ли вам такой чайник. Может быть, у кого-то есть уже такой. Расскажите о нем. Долго ли он вам служит? Как работает? Нравится, не нравится? Мне будет очень интересно почитать ваши отзывы о нем. Комментируйте, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, пока-пока!